детьми, ну, я с внуками и с Надюшкой, дочкой, шли в музей «Живые системы». Я здесь потерялась от многообразия и вообще от восторга. Сейчас я покажу кое-что для вам. Ну, например, я не знала, что большой палец руки такой же длины, что и нос. Ага, пойду мерить свой нос. Надюшка, я это хочу. Я в этом хочу поучаствовать. Пожалуйста, наглядно.
Представляете, если бы это было все в школе? Да. Так. А сейчас мы узнаем длину кишечника человека. Оля, бери за ручку. Представляете себе? Длина кишечника человека. Ничего себе! Так, Оля, стоп, только не отпускай. Где это все помещается? В нас, я не представляю. Какая часть языка отвечает за сладкое? Вон конфеты. Какая? А, кончик языка. Кончик языка. Так, за кислое. Вот здесь вот лимончик. За кислое отвечает правая сторона. Правый. А, правый и левый. Угу. Так, за соленое. Соль. Ага, вот здесь вот, чтобы знать хотя бы, где что. Так, дочка. Кофе. Сейчас посмотрим. А, за горькое в самом конце. Корень и, понятно, там и перец, наверное. Глутамат натрия. Глутамат натрия. Все, весь язык. Весь язык глутамат натрия. Так, очередь Максима почувствовать себя, каково женщине носить... ребенка. Да нет, не сидеть, Максим, а ты походи. Тяжело? Так. Эй, Рома, иди сюда. Вообще, Максим у нас что, УЗИ делает? Все, сломалось? Я, видимо, бросила. Смотрите, как здорово. Видишь, вот голова? Ну, хочешь, я буду водить, и ты будешь смотреть? Не-не-не. Так, Надюшка с Максимом, семья палеонтологов. Вот так, великолепно, проводим выходные. Так, второй этаж. Что здесь такое тоже интересно. Даже боюсь, я не могу шагнуть. Нет. Я даже боюсь шагнуть. А, очень интересный экспонат. Трасса имитирует несколько препятствий, с которыми сталкиваются инвалиды в жизни, в городе. Путешествие по городу. И посмотрите, этот экспонат позволяет нам задуматься о том, насколько неудобным может быть городское пространство для человека. Куда-то мы попали, управлять взглядом нужно. Я не знаю, как это управлять взглядом. То есть что здесь происходит? Специальная камера фиксирует перемещение твоего взгляда.
ну, значка. Включается. Включи, Максим, вентилятор. А, телевизор включил взглядом. Отлично. Музыку включил взглядом. Вентилятор. Максим, включи чайник взглядом. Не вставай с кровати, там Надюшка. Выключи свет, поставить чайник, включи телевизор. И подозвать мужа. Взглядом. Ну, в общем, самое, что меня потрясло, это управление взглядом. Включить. Я включила чайник, я включила музыку, я включила вентилятор, там еще что-то включила. Тебе понравилось включать взглядом-то? Да. Мне очень. Там как будто... Кто еще здесь интересного, Надюш? Слушаем зубами. Заткни уши и зубами слушай. Так. Одноразовая трубочка. Берем зубы. Глянь, она еще и танцует. В общем, я слушала с зубами. Я слушала с зубами. Заткнувшие уши, потому что через металлический стержень на кости черепа передается звук. Я ничего не поняла. Но я слушала зубами. Так, шрифты для слепых. Это D. D. S. Г, Ч, да. Кстати, очень интересный стенд. А как нас видят животные, да? Надюш, как ты сейчас сказала? Я говорю, ну вот собака нас видит. Да. Лошадь так. Нас видит. Так. Ну, ястреб нас, Максима видит. А вот как вот нас видит паук? Где? То есть я его уже боюсь, а он меня даже еще не видит. Максим, поэтому не бойся пауков, я он тебя не видит. Боюсь. Я его боюсь. И я боюсь. И он меня боюсь. Даже не видит. Ты матрешка моя, и ты тоже. Будет, может быть, как Харри. Сейчас. Так, если оба глаза. Подожди-ка, если оба... Если родители оба голубоглазые, ребенок будет голубоглазым. Так. Если родители кореглазые... Ребенок будет кореглазым. Ребенок будет либо кореглазым. Либо голубым. Либо голубым. Глазом, имею в виду. Ну, в смысле, либо карим глаза. Либо карие глаза. Если родители голубоглазые. Мама карие глаза, да. То... Ребенок может быть голубоглазым и кореглазым. Если папа кореглазый, а мама любой цвет глаз, то ребенок будет в любом случае кореглазым. В общем, у кореглазых может родиться голубоглазый. У кореглазых может родиться. Я даже не хочу комментировать сие действия, потому что пить мне совершенно не хочется. Куда нажимать-то? Ай! Нет, не хочу. На самом деле стереотип наш. Унитаза мы не можем выпить воду, а рядом из фонтана чистая вода. С удовольствием попили, да? Да. Наши стереотипы. А вот интересно, вот эта вот труба, она переплетена, одна горячая, другая холодная. Но когда дотрагиваешься, ощущение, что тебе бьет током, очень неприятное. Очень неприятное ощущение горячего и холодного, серьезно говорю. Очень неприятная термическая иллюзия. Так, Надюшка пытается удержать равновесие. Я просто по кругу хожу. Я не могу. Меня повысили.
Так, висят мои внуки. А Оля легкая, она будет теперь до утра висеть, Оля. Сейчас мы зайдем в куб членистоногих, потому что, нет, не потому что, вообще вид ползучих, темных, страшных животных вызывает у нас эмоции. Сейчас у меня будут вообще сильнейшие эмоции. Тараканов. Тараканов, повышение пульса, падение в обморок. Короче, я голову засовываю. Мамочки. Рада вам абсолютно всегда.